Я думаю, ви десь секунд за 10-15 відчуєте. Ви відчуєте доволі гостре, таке от гостру емоцію. Давайте дивитись. Сегодня встречаю людей, говорят, которые мы никуда не уедем. У нас нет даже никакого желания и мыслей об этом. Осознавая, что этот день для человека может быть последним. Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою родину. Жить полной душою, полной грудью и ждать, приближать каждый день победу. Победу, которая будет в радость миллионам огромной территории самой большой страны в мире.